Каждый год молодежный центр «Каинат» в целях социальной защиты определенных категорий детей проводит благотворительные праздники, связанные со встречей Нового года и Новруз-байрамы. Также центром отмечается 31 декабря – Международный день солидарности азербайджанцев мира. Так, с 29 декабря нынешнего года по 4 января 2017 года в спортивном дворце «Абу-Арена» пройдет новогоднее представление для воспитанников детских домов, школ-интернатов, специальных детских медицинских учреждений. В других потоках, встречающих Новый год детей, примут участие представители русской общины, Украинского конгресса, отделения ЮНИСЕФ в Азербайджане и другие. Театрализовано сказочным новогоднее представление задействованы артисты Бакинского цирка. Также разыгрывали замысловатые викторины, что очень понравилось детям. На новогодней елке сложилась очень праздничная атмосфера. Дети от души веселились, пели песни и танцевали. Так как на свете нет неталантливых детей, все они получили от Деда Мороза и Снегурочки красивые подарки. Наш коллектив делает все возможное, чтобы подарить детям новогодние дни радость и веселье, ведь это остается воспоминанием на всю жизнь. Естественно, мы приглашаем на праздник детей, чьи родители – представители организаций национальных меньшинств. Это говорит о той толерантности, которая торжествует в нашей стране.